Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Camry 2019 года в черном цвете с бензином, двигателем объемом 2 литра, мощностью 150 лошадиных сил, а КПП передний привод. Имеется камера заднего вида, автомобиль на литых дисках, хорошей резине, установлены хромированные ставки, имеются повторители в зеркалах, дефлектор капота, пробег 120 тысяч километров. По салону темный салон, чисто ухоженный, ткань. Имеется подогрев передних сидений, электроручник, кондиционер, двухзонный климат-контроль, мультимедиа, кнопка старт-стоп, мультируль, круиз-контроль, обогрев зоны дворников, система курсовой устойчивости, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 96, 88, 93, вот 98. 113, 104, 100, 88, 101, 111, 103. Актуальные цены наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.